Так, братцы, я всех приветствую на канале «Строительство избушки своими руками». Сегодня будет хейт-видос. Ситуация, объясняю. Мы ввалили все деньги, которые были, вваливаем уже кредитные истории различные в эту стройку. Хочется какой-то уют создать к Новому году. Конечно же, планов на кухню сейчас никаких нет, потому что, ну, это крайне дорого. Чтобы вы понимали, кухня будет у нас вот в этом месте. Чтобы сейчас ее приобрести, это нужно примерно 200-250 тысяч рублей, которых, конечно же, мы не имеем. Ну, вы сами видите, в каком ритме мы строим дом. Вваливаются любые копейки, и поэтому, короче, кухню я сейчас буду делать из подручных материалов, найденных в соседнем лесу. Ну, а вы, как всегда, комментируйте, смотрите и... Опять же говорю, никого ничему не учу, хочу просто показать, как я строю свою избушку и преодолеваю сложности, препятствия на пути к классной загородной жизни. Так вот, у меня есть брусок, который, кстати, не остался, а который очень нужен, но в данном случае нужнее на кухне. Этот брусок у меня от обшивки стен Хаубергом, но в любом случае тремя там уже не справишься, нужно покупать 50 таких брусочков, поэтому в ближайшее время я их приобрету. А сейчас из вот имеющегося материала мы сделаем просто ножки сюда. Поеду куплю какую-нибудь самую дешевую столешницу. Чтоб вы понимали, не смотрите вот на вот это все, мы из двери делали разделочную столешню. А из старого шкафа сделали остров. Вот, пока это все вот так плохо, некрасиво, отвратительно выглядит, но постараюсь это хоть немножко как бы украсить. Сейчас я буду это делать хоть каким-то путем. Будем называть этот видос «Улучшение нашего строительного дома». А столешню я планирую взять 3-сантиметровый. Сейчас посмотрим, что в магазине есть подешевле. Поэтому ножки буду делать 860 миллиметров. И... в той части, не доходящие раковины, то есть, видите, у меня уже разрисовано, как будет вот одна полка, вторая секция, потом идет зона раковины, потом здесь тоже пустая, потом посудомойка. И вот получается, что вот в этих двух зонах будет полочка, наверное, там тоже сделаем полку, сейчас посмотрим. И дальше посудомойка и духовка, и микроволновка выше. Как-то вот так это все должно быть сейчас выглядеть. В моем представлении это неплохо смотрится. Как это будет вживую, сейчас увидим. Кстати, здесь на днях отключил островную эту готовку. Сейчас пока вон фазы лежат, но они все отключены. Ни для кого не опасно. Ни для животных, ни для детей, ни для кого. Осталось еще расшивку сделать. Короче, работы много, а времени мало, как обычно. Все, поехали. Что я решил? Высота у нас 86 сантиметров, плюс сантиметра 3 будет столешка небольшая. А здесь тоже хотел сначала 86, а потом подумал, а зачем? Я лучше уберу здесь лишнюю ногу, а здесь сделаю перекладину, так скажем, опорную дополнительно. Во-первых, она будет держать ножку пока временно, а во-вторых, мы через нее фиксанемся уже к столешке. Мне кажется, так будет удобнее. И полка будет более-менее ровная сзади. Здесь я сделал аккуратный запил, чтобы этого не было видно с торца, то, что ее мы сейчас покрасим, и, наверное, будет красиво, я надеюсь. Ну, как я уже и говорил, у нас на кухне будет встройка духовки и посудомойки сейчас. Это раньше была кровать, она нам теперь не нужна, она 80 сантиметров была шириной, но так как у нас вся встройка будет 60, я сделаю прям ровно 60 сантиметров, ну, там плюс-минус небольшой. Так, сверлим отверстие, и тут мне как раз пригодился мой наборчик с оснасткой. Так, подожди, вот тут какие-то разные сверла. Наверное, мне вот это нужно. Смотрите, полный набор оснастки, все, что хочешь. Друзья, все игрушки, которые я использую в своем видосе, они у меня по ссылке в описании. Кстати, к вопросу о том, зачем тебе два шуруповерта в работе. На одном у меня сверло, на другом у меня бита. Так удобно.
пока я страдаю перепиливанием хорошей добротной мебели в не понять что, Женя замазывает стены. Потом мы будем это все красить в красивый серый цвет. Я попробовал, забыл купить меламин, попробовал шпатлевкой. Не знаю, друзья, по-моему, она это работает. Ну, будет отваливаться, ничего страшного. Купили столешку, пока временно такая, потом она в гараж пойдет. Все-таки мечтаем в следующем году залить столешню, ну не в следующем, когда будем кухню делать, залить столешню из бетона. Да, не следующим. Ну, не знаю, может быть. Жень, ну я не знаю. Никогда. Ну, гараж сделаем. Ну, гараж важно сейчас. Потом, когда вот это сейчас она все намажет, затрем швы и уже будем собирать мебель. Здесь станет посудомойка, здесь духовка и здесь микроволна. По-моему, очень даже круто. Ну, мне нравится. Сейчас еще вот это шлифануть надо немножко, так, слегка. И замазать вот эти все пустотки. И потом мы это покрасим все в серый цвет. Будет красиво. И это в серый. Сейчас полки еще сюда сделаю, если найду материал. Потому что я уже все испилил. Все, что раньше считалось каким-то более-менее ДСП, сейчас мы все испилили уже. Так, продолжаем работы. Это будут, кстати, две ножки. Вот здесь стола. Потом вот сюда я врежу готовку плиту. Как она? Панель. Вот так. Женя, что мы делаем? Красим краску. Красим краску. В какой цвет? Ну, в серый, наверное. Ты правильно делаешь, но давай рукой вот с этой стороны. Немножко добавь, прям капельку сначала. Цвет должен быть, как наш пол. Главное не переборщить. Барабулька сломалась. Барабулька отлетела. Вот такой цвет, наверное, должен быть, да? Или это грязный сильный? Мне кажется, больше не надо. Ну, давай такой. Все, барабульку закрываю. Так, братцы, смеркалось. Уже вечер, но у нас есть что показать. Смотрите, что у нас получается. Класс? Реально класс. Ну, я говорю, что это шок-контент, поэтому явно сейчас народ разделится на две категории. Те, кто будут говорить, зачем это нищебродство делали бы сразу хорошо, и, наверное, те, кто будут говорить, друзья, как временная мера, это отлично. Но суть моего месседжа сейчас в другом. Когда-то, очень давно, я говорил про то, что будет остров, и на острове у нас будет выходить три фазы. Мне еще говорили, зачем эти три фазы, это глупости, все печки работают сейчас от просто 220. Но, друзья, я вас уверяю, что почти каждая варочная панель имеет три фазы. То есть там есть вариант подключения однофазной сети и есть вариант подключения трехфазки. У трехфазной сети, при том, что у нас в России разрешенная киловаттность это всего лишь 15, а дальше каждый киловатт стоит просто космических денег, и обычно на свой частный дом люди подключают 15 киловатт. И мы также сделали. Вот. Так вот, в данном случае тогда три фазы – это самый оптимальный вариант, потому что они равномерно делятся, и у вас получается, что варочная панель берет как бы меньше напряжения. Но это не точно. Так, я обесточил сеть, предупредил детей, что никогда не трогайте оголенные провода, не делайте так, как папа делает, потому что папа знает, что делает. Не всегда, но чаще знает. Так, черный, потом идет у меня коричневый,
коричневый. Это вторая фаза. Просто закручиваю вот таким рогаликом. Так, осталось прицепить белый, земля. А, нет, белый, ноль и земля. Так, собрали, проверяем. Работает. Из потерь только мой ноготь. А, еще я сегодня прожег руку. Это мне капнуло. Короче, в видосе я вам показывал сначала, что я просто вот здесь замазал, да? Но мне это не понравилось, и мы взяли кромку. Кромку, где она? Показать. Простая мебельная кромка. Начали ее клеить. А клеить я ее решил своим утюгом для сноуборда, которым я навощиниваю сноуборд. Навощиниваю. Натираю. И вот я им, короче, веду, и мне капает воск. Капает на руку, и вот такая беда. Так, я сильно увлекся. Друзья, смотрите, начали сначала здесь красить внутри, потом поняли, а зачем, если здесь сейчас встроенная духовка встанет, и все. Тут тоже встанет сейчас полностью посудомойка, и все. Здесь встанет микроволновка, и все. То есть, ну, что красить, зачем тратить зря батарейки. Самый главный месседж всего этого мероприятия – это понятие того, что мы сейчас поймем, какая кухня нам в дальнейшем нужна будет. Благодаря жизни, какого-то времени провождения с такой кухней. Надо еще, правда, вот какие-то сюда полочки, чтобы ставить стаканы, тарелки. У нас ничего нет, вот не знаю, сейчас что-то придумать будем. И хорошенько задавим. Все, хорошенько, с ровным поднимем. Все. Убираем. Все ставим на низ. Да, низ там режет. Да, да и пусть режет. Ну, он там просто прорезал. Вот это вот. Вот так, это можно. Да, низ так, ну, видишь, там нормально проходит. Что теперь надо заворачивать? Чем тебе помогать? Да ничем пока. Надеюсь, открытый не оставляю. Закручиваем шестигранником, который идет в комплекте. В общем, добавляем, так сказать, последние штришки нашей мебели. Ну, мебели, сделанной из таких материалов, которые у меня просто на стройке валялись. Ну, друзья, вы поняли, почему я так делаю. И, надеюсь, за это меня не осудите. Рейлинг. Вот так. И нужно будет сейчас его внизу затянуть. Так, друзьяшки, ну мы не можем просто так вот сделать кухню и все это дело вот оставить вот в таком виде. У нас дочь предложила сегодня изготовить пиццу. И мы сейчас изготовим пиццу. Как она называется, Элин? Рецепты всех пицц у нас, кстати, это шарлотка. Где-то у нас тут есть рецепты пицц прямо на полотенцах. А вот пицца Маргарита, например, да? Не она будет у нас? Нет. Короче, у нас будет авторская пицца канала «Строим дом своими руками». Вот. Сейчас для этого Элина откроет грибы. Да, дочь? Или кто будет открывать грибы? Или я буду открывать? Я буду открывать? Хорошо. Пыч. А. Дочь, я думал, ты меня будешь учить, как пиццу делать. Я просто... Да, ты... Оливки, наверное, пополам. Шампиньоны оказались порезанными. Я сливаю воду шампиньонов? Так, Женя у нас пока в закадровом тексте, но скоро она появится у нас в видосе. Дочь, я, честно говоря, пиццу не делал лет 500. А, какой запах шампиньонов. Откроем колбасу. Блин, ножей поменьше нет, да? Да, ножей нет. Главное, что они острые. Все, хорошо, мне этого достаточно, дочь. Да он большой. А, мне нормально. Сейчас такая пиццерия будет, друзья. Это я режу мелкими кусочками, да? Правильно? Мелкими ломтиками. Правильно, дочь? Так, теперь мы должны сделать какой-то китченес, я так понимаю, да? Уже есть. Китченес готов? Это мама сказала потом делать, в самом конце. А, ну все, ладно. Сейчас так. У нас сыр надо будет сереть.
Колбаса готова. А сыр трут не сразу надо этим? Давай сделаем пиццу 5 сыров. Натираем сыр. Для этого мы его порезали на квадратики, чтобы было что? Удобнее. Чтобы было вкуснее. Давай. Удобнее, не вкуснее. А, удобнее. Давай, поехали. Дочь, ты такая молодец. О, вкуснятина. Сейчас мы должны будем Кстати, сегодня на ночь оставили тесто после морозилки. Я утром прихожу. Я не знаю, как эти дырки получились. Короче, он здесь вылезло такое, здесь вылезло. Тут повылазило такое. Женя положила его. Вон, видите, вот это вылазило. Видишь, оно такое прям цветом другое. Вот это подсохло. Оно вылезло и ночью. Сейчас мы из теста. Я все видел, все, Элиночка. Пицца Жарковская, да, или по-жарковски, вот так, да? Нормально? Так что, друзья, записывайте рецепты. Элина сейчас скажет состав пиццы. Давай, говори. Говори, колбаска 400 граммов. Колбаска 400 граммов. Сыр. Сыр. Нет, ты говори сама. Сыр, шампиньоны. Сыр, шампиньоны. Оливки без косточек. Без косточек и шкурки. Майонез и паста томатная. Да. И все. А, тесто пирожковое. В вашей пицце, дочь, мне очень нравится, что вы в краешки как-то сыр вкладываете. И краешки становятся тоже вкусными. Секрет не раскрывается. А, все, секрет нельзя. Секрет. Вы сегодня это увидите, друзья. Ну, оливок у нас немного, потому что их кто-то подъел. Я. Вчера. Женя пришла помогать нам. Что это за кусочки? Ты в смысле это? Отдел контроля. Ну, что, плохо, что ли? Ну, конечно, надо было вот эти вот так вот. Дрынь, вот так. Ну, дрынькой, давай, дрынькой, я снимаю. Ну, а сейчас они уже половинки. Дрынькой давай, исправляй все. Да, что-то справлять надо целые оливки. А есть еще оливки? Оливки кончились все, их мало было. Ну, ладно. Там в банке было мало. Эй, не ешь, хорош, эй! Все. Никита, ты это же пицца. Ты зачем бутерброды? Еще и кота кормишь, да? Ты ел бутерброд? Покажи, скажи. А эти порезанные уже, да, были? Я порезал прямо в банке. Серьезно? Порезанные были. Их-то можно сырыми есть? Нет. Так, когда уже кульминация будет самая интересная? Короче, мне кухня нравится. Серьезно. Получилась она достойной. Друзья, если вам она тоже понравилась, то сделайте вот так, пожалуйста. Очень даже несложно. Протеин, да? Да. Протеин. Мой любимый. О, да, проболик. Протеинчика сейчас насыпем. Туда тесто. И будет просто супер. Друзья, сразу, чтобы в преддверии ваших комментариев, это мука. Давайте посмотрим, как Женя. Мама, ты чего? Давайте посмотрим, как Женя это видит через ее глаз. Это не мой глаз. Это очки. Женя, а ты можешь так подкинуть и так крутить на руках вот так? Можешь? Нет, Женя, не надо, лучше не надо. Они немножко по-другому это делают. И сегодня мы с Элиной говорили о том, что есть секретное у нас семейное изобретение. Это вкусные краешки. Сырные бортики? Сырные бортики обязательно. Я наоборот хотела потоньше, чтобы ее... А, да? Ну, друзья, сырные бортики мы вам покажем в следующем видосе. И напишите в комментариях, если вам интересно такой формат, то мы будем что-нибудь такое снимать, да? Я ножик не нашла. Можно ли ножик обрежу? Да, конечно, можно. А это две Никита заказал себе без грибов и без оливок. А, у него будет мини-пицца? Да, у него будет мини-пицца. Отлично. Самый главный фанат нашего сегодняшнего выпуска – это кот по имени Шасти. Шастун. Шастун. Женя теперь берет и все ингредиенты просто сюда упаковывает. Напиши «Строю дом своими руками». Блин, ну мне уже не хватит. Ну напиши «Строю дом своими руками». Я всегда на снегу пишу «Строю дом своими руками». Чем? Майонезом. Вот, давай, «Строю дом своими руками». Это же у нас пицца. Кстати, пицца мы назвали «Жарковская», потому что она сделана из... Так, подожди, я с этими написаниями сейчас... Останутся места непромазанные.
вот один момент интересно. Какую инновацию мы говорим нашим зрителям и что они из этого могут вообще извлечь? А, друзья, друзья, давайте по-честному. Из наших контентов вы никогда ничего не извлекаете. Мы просто развлекаем вас своими видосами. Мы мастерим, изготавливаем, ну и иногда едим. Вот тут бы еще колбаски для добавить не хватает. Тогда сыр все закинь. Ты положил в боковину сыр? Нет. Папа обещал на камере. Нет. А мы уже сказали, что мы в следующий раз расскажем про эти секретики. Да уже все поняли, это секретик про накладывание сыра в боковинке. Все, класс. И теперь в духовку на 30 минут. Поехали. Так. Открывай избушку. Женя, у меня левая рука уставать начинает. Подожди, там же надо вытащить. Нет, давай сначала втащим, а потом вытащим. Ну ладно. Теперь втаскиваю. Нет, высоко, ниже, вот сюда. И поехали. Врубай на полную. А здесь что? Ну, а здесь два тена, верхний и нижний. Я знаете, что заметил, друзья? Вот в нашем доме стало появляться все больше и больше техники, в которой я вообще не разбираюсь. Раньше это была только стиралка, теперь у нас еще и плита, и духовка. И я тоже в ней пока еще не разбираюсь. Но, не, я знаю, как туда загружать грузы, а вот что тыкать я пока не знаю. Ну, мне просто не приходилось еще. Так, сколько? 40 минут? 40 минут и едим, да? Что показывают? Ну, классно же, да? Жарковская готовится. Вкусно. Слушай, ну у нее все-таки, смотри, краешки какие-то широкие получились. Не подставляй сейчас оттуда, знаешь, как пыхнет. Конечно. Ой. Давай, опустим. Что, зубочисткой? О, твердо. Это нормально или плохо? Нет, все. Готово? Иначе она подсохнет. Достаем и кладем ее на какую-то... У нас что есть? Блин, вот эту не выключили. Она горячая, да? Давай, знаешь, как... А, ну или эту переверни. Или деревянную давай дам. Нет, это пойдет. Нормально? Друзьяшки, получилась вот такая вот вкуснятина. Сейчас мы ее будем кушать. Ну как? Друзья, ну еще один пунктик можно, по сути, закрыть. Мы сделали кухню, она у нас готова. Помните, я обещал тепловизор. И в следующем видео мы посмотрим дом, посмотрим все его места потери тепла и поговорим об этом. Ладно, все, до скорых встреч, уже реально поздно, время 10 часов, пора спать. Все, давайте пока-пока.